Балаковской атомной станции всегда делами и поступками показывают свое бережное отношение к природе, к нашему любимому городу. Инициативу наших работников поддержали совсем юные ребята, да, школьники. Проводим социальную акцию по высадке саженцев в парке Ленин. Это проходит в рамках участия в проекте «Школа Росатома», конкретно конкурс «Энергобаланс», который нацелен на решение экологических проблем.